Так, здорово, заебали. Тут у меня Хопкинс. Вот, если ты сейчас сидишь такой и думаешь, блядь, что такое Хопкинс, просто можешь свернуть видео, оно тебе, скорее всего, не пригодится, дружочек-мушочек. Вот, размер у него 8, 27 сантиметров по стельке, 42 европейский размер, 41 российский. С херенной прошивкой, как видите. Давай сразу перейду к косякам. Косяки у них на сгибах. Тут есть, ну, на этом ботинке морщины есть на сгибы. А, не, вот трещины есть поверхностные. О, как хорошо снимает. Вот. Да, блядь, сука. Ну, хорошо же все было. Тут уже все потяжелее, как бы. Тоже оно, как бы, поверхностное, но уже, как бы, прямо видно его. Сквозняков нету. В принципе, если за ними ухаживать, не разъебывать их, то сквозняков и не будет. Вот. Так, ну тут просто морщины, как бы, в принципе, это даже разгладить можно. Внутри там, блин, короче, внутри ладно, там смотреть нечего особо. Штампик я сфоткаю. Задники целые, вот так уж на слово поверьте, задники целые, подпятников у них нету. Подошва вафельная, подтертая, но ресурсов еще хватит намного. Ну тут, блин, больше о коже надо переживать, чем о подошве. Подошва сотрется и похуй. Поменял. Тут видно, как потерто. Тут тоже морщины. Вот. А, тут, кстати, вот красивенькие ярлычки. Тут они уже из-за того, что периодически вот я их мыл. Да, они мне, в принципе, уже такие сточные остались. Еще из-за того, что периодически их мыл. Завозка. С одной стороны написано, с другой стороны ни хрена не видно. Ну так вот, в общем, снимаю. Вот, понятное дело, что авито доставки никакой нету. Состояние, вот видите, вот здесь вот сами все, как бы. Я сам их на своих ногах носил, поэтому в размере можете быть вот уверены. Это 27 сантиметров по стельке. На ногу 26,5 сантиметров идеально, можно на ногу 26 сантиметров, как бы, такие дела. Угу. Вот, собственно говоря, как-то так. Цену ставлю тоже, естественно, адекватную. Все.